не перекидывай. Никогда не довела своей семейной жизни до того, чтобы мой муж стаптывал себе каблуки. Я считаю, что женатый мужчина должен стаптывать себе только носки от того, что целыми днями он должен ходить за своей женой на цыпочках. Мы текст проходим? Да, не, ну... Камон, мы столько репетировали. Так, Саша, ты бы стоп-то не на скидочках. У меня каблуки. У тебя каблуки? А сейчас давайте пройдем дальше. Давайте, да. А кто у нас Розалинда? А, сейчас она подойдет. А, нет, еще я. Какие стеклянная темница, какие сапоги, Леся? Какие сапоги? Вон там, по-моему, валют. Ну иди покажи. Здравствуйте. Покажи. Поближе. 211 там я все время... Ты итальянский? Я за тебя спину. Не, это первый раз, ребят. Покажешь нельзя. Я 211. Привет, привет. Будешь должен. Я не понял, а как? Я директор.
Паша! Да нет, ничего. Скажите, господин директор, что вы делаете с людьми, которые не являются в тюрьму вовремя? Вы сегодня их достигли. Вот сегодня как раз тут такой случай. Один человек должен был явиться и явиться. Что ж ты думаешь? Прихожу я, этот подонок сидит в халате и самым безобразным образом пьет вино. Послушайте, вы что-то путаете. Ничего я не буду, подонок! На какой улице стоит этот вас? Погодок. Да, зеленый. А дом? 13. Он красивый. Дом. Да нет, погодок. Красивее тебя. И с ним была Розалина. Что ты говоришь? Это жена, жена. Конечно, его обожает. Она так вот взяла на обещание. Куда вы? Мы охренели, что ли? Она на него так залезла. Не так слава, не так слава. Утра мне в тюрьму давно пора. Рожей поскорей, дай шляпы в рост. Рожей поскорей, шляпы в рост. Грустно после бала идти в тюрьму. Не вздыхать пристанение. Ну что ж, пойдем. Всем привет, вот и Горюнька. Всем привет. Да, все скучали, спрашивали, как здоровье. Ну вот, да. Как-то вышел. Все обследовали, все хорошо. Жив, ну, здоров. Все, скажем так. Это тебе Оля Завадская передала такие книжки. Спасибо, очень хорошие. Матрона Московская, прекрасно. Ну, покажи, какие. Или вот хорошие, мне нравятся. Спасибо да. большое. Матрона Московская. И Тихополав. Великий переход. Ну, а что это такое? Картина? Душа попадает в ту область тонкого мира. Это Матрона Московская. Я был там, Игорек, в храме. И у мощей ее был. И икона тоже там чуть-чуть действенная. Спасибо так, что большое. Такое? Зима на улице. О, Аня. Привет. А какая Оля? Завадская. Это зрительница, спасибо. Она приходила. Подожди, а что ж ты мне записочку не дал? А я ж тебе дал. Ну ты мне вот так просто, вот знаешь, как бывает, нам подписывают там. А Тишкенти, мы соскучились за тобой. Так, а де Лёша, я не пойму, что это такое? Требует посиделок, ну, просит. А у нас мы как раз посидим, перед летучкой, можем раньше прийти. Посиделок театральных, в смысле? Ну, или каких? А, я думаю, может, посиделок где-то застолье? Ну, гримёрки. Не, ну, естественно, мы что, не просто сидим, мы кушаем. Это же... Леся с сапожками новыми. А где ты взяла их? Подорвала. Кто? Ну, сейчас. Скажу. Ты не признаешь? Да. Давай. Так, ребята, испеклась индюшка. Хочу напомнить, что это филе индейки я запекал в маринаде, в апельсиновом соусе, лимоне, горчице, соус кальве, тут соль, чеснок. Сейчас хочу ее достать. Она еще горячая. С яблоками, кстати. Где-то пару я еще. Еще пару я. О боже мой, смотрите. Где все разваливается. Говорили, что я свиньям готовлю. Но, тем не менее, сейчас хочу попробовать, чтобы вы посмотрели. То есть не попробовать, а достать, чтобы вы видели. Видите, как хорошо я сделал бортики.
такие из пергаментной бумаги. Противень абсолютно чистый, ничего не заляпано. Поэтому пользуйтесь таким приспособлением, оно очень удобно. Так, сейчас хочу взять. Как же это сделать? Так. Смотрите, мясо какое. Яблочки. С ума сойти, смотрите, какое мясо. Получилось шикарное. Где-то час было в духовке, не больше. Это вот индюшиная грудка. Видите, и поджарилась. Я целлофан не открывал, то есть этот рукав. В рукаве. Сейчас я вот это покушаю. Очень вкусно, но немножко суховато. Замариновал его сразу в рукаве и поставил в духовку. То есть отдельно не мариновал. Вкусно, ну чуть-чуть суховато, как по мне. Но сама грудь, она сухая. Не сочно. Ну, вкус хороший у мяса, то есть маринад классный. Пахнет чесноком, и туда чеснок, яблоки. Яблочки. Ой, какие яблоки вкусные. Хочу показать. Вот мне вчера курьер принес такие цветы. Не сказали от кого, ничего, просто такие цветы. Тут три розы, такие ромашки, астры. Такой красивый букет. Спасибо, кто это прислал. Очень приятно. Томас, по-моему, надел мамины ботинки или... Нет, под низ. Описал мамины ботинки под низом на ламинате. Я помыл. Ну, ламинат и ботинки сейчас буду мыть. Купил коту. Это и пупчики там. Вот. Пупчики, зелень, мандарины. Так что такое? У него котлеток не осталось уже. Красавчик. Голодный, да? И то не полно. Ну, я его добавил, недавно їв саму. Голодний, да? Ні, не голодний. Не голодний, да? Він хоче, він почувствовав м'ясо і хоче м'ясо з сиром. Конечно, хоче м'ясо, конечно. Конечно, хоче м'ясо. Там, вчора, коли я читала, я би такого кота убив. От те, що він кусається, хто-то пише. У мене конечно. Вже два рази. А сьогодні теж. Убираю тут, собираю рукою попит метала, собираю його шерсть, а він ззаді підходить, хвать. Я кажу, куди ти? Чуть хорошо мене не вкусив. Кажу, ти що змазиш? Як хоче м'язка, кормлю. Скончається. О, ти хитрий. Хитрий. Ой, дурачок зразу. Ти бачиш, що? І все одно кусає. Звісно. От все время руки в тебе покусили, все хоче. Время. М'язка хоче. Ти його приучив, отак він і лазить. І всіх кусає. Мене не трогає, не кусає. Не ну, ти граючи. Ж бачиш, яку кусав, як кров йшла. Ну, він був роз'єрений. Поэтому... Та ну, його перший раз, коли кров брали. Ну, що тепер робити? Що я робила? Я ж нічого не робила. Руку положиш на стол і що? А він щось чимберів у голову удари, хвать. І все, це ж мовення, розумієш, мовення. Ванночка нормальна, то кажуть, ванночка страшна, там плохо прорекламував. Я убрала, щоб стульчик. Нормально прорекламував, кажуть, що скільки років пользуюсь, іменно така, і хорошо, ну, тільки не б'є. Хорошо, ну, не б'є, не б'є.
В общем, вот я это, что против. Тебе выслала, это все современно, последнего выйдет. Понимаешь, я кажу, Свете, я кто позвонила, кажу, сам алкоголю принес, тоже рекламу дал, хорошо ему дал. Кажет, Таня, она мне говорит, если не будет надо, что она чем Иксер сказала? Кажу, Света, вряд, чтобы он кому продавал. Так мама, меньше рассказывай вот это. Нет, ну так и продается везде. Кто это будет отдавать? Может, так, даже в тебе, если есть... Болячек не вылазит. Слышишь, сам алкоголь. Я понимаю, я кажу... Меньше языком телепать. Может, кажу, его есть ручное. Да. Это, кажу, він може його поміняти, мені його ставить или Колі. А собі його ставить все современно, нічого він продавати не буде. Я сразу сказала. Я сразу кажу, ні-ні-ні. 300 или 200 гривень стоит. Если так в магазинах есть, это Канев делает, наша Украина. Да. Это без... кстати, делает Канев или Черкасы. Вот это. Ага. Вот это вот батареи делает, мясорубку. Ага. Я потом покажу. Все. Не, пылесос это на другом заводе где-то собирает. Не, просто я показала, кажу, молодцы, кажу, высылаете. Ну, если бы сейчас укусил, там машешь руками, он дивится. Ой, блин. Ой, Самвел хотела сказать, Томас. Зайчик, чего ты такой кусачий, а? Ага. Ничего, все равно ты ему разрешаешь, какой-то. Бачишь, Томас, гладишь, а он все равно не загад. Скину сейчас, скину. Не надо так делать. А до пупчики влізеш, а кусати кого кусаєш? Соль хотіла прибратися. Пупчики хочеш, да? Ага. Ух ти, хай три качора. Це так доставалося, що оставалося. Бачиш, от ці спользуєш, смотри, це його. Я трошки брала на суп вчора, а це його. Потім об'їдаєш. Ага, бачиш? Ага. Красавчик. Знаєш, що тобі, не голодно. Ну не треба, Томас. Він сильно не кусає, бачиш, грається. Він навіть і не кусає толком, просто грається. Хорошо играю, но за мной хорошо играю. Оп! Все. Хватит. Я еще не знаю, что он думал, понимаешь? Что он думал, играть хочет. Глаза как вылупы, а так уже сюда делится. Пошли, я тебе дам сладости. Иди. Ну, бежит. На тебе витаминку омега-3.